Что здесь происходит вообще? Ну, данная дорога находится в оперативном управлении ФКУ «Севзапуправтодор». Я представитель обслуживающей организации, которая выполняет работу по содержанию данной дороги. У нас есть предписание нашего заказчика «Севзапа» о ликвидации незаконного примыкания. Мы сейчас собираемся вот это предписание выполнять. Подскажите, а вот эта компания или вот это кафе, они какие-то документы делали, технические условия, они старались как-то выполнить? Нет, конечно, определенные работы выполняли, да, но данное примыкание, каждое примыкание, да, есть определенные технические условия. И в данном случае эти технические условия не выполнены. То есть и не соблюдается аварийность дорожного движения, угрожает безопасности движения. Поэтому надо выполнить технические условия, ну, я так понимаю. А до их выполнения, ну, данное примыкание должно быть закрыто. А вообще какая... Это должны мы разбираться, это не мы, мы выполняем предписание, мы технические службы. Это должны разбираться юридические службы с этим вопросом, потому что будут предписания, да, какие-то, ну, будут выполнены какие-то технические условия, наверное, этот данный съезд будет сохранен. То есть, а в данный момент это как бы по безопасности есть нарушение, да? Да, не выполнены технические условия для примыкания. То есть должна быть полоса торможения определенная, там 100 метров примерно, чуть больше, полоса, разгонная полоса, и количество примыканий на определенные, ну, на 100 километров ограничено тоже техническими условиями. Прошу прощения еще, вот я переговорил с хозяином, ну, кто здесь, он говорит, что никаких предписаний им конкретно не было, никаких судебных решений нету, то есть все вот то, что вот это сейчас хотят перекопать, это незаконно. Нет, судебных решений нет, но для ликвидации незаконного съезда, в терминологии дорожников, левых съезда, не требуется судебного решения. Ну, то есть, достаточно предписания, это угрожает безопасности движения, поэтому достаточно предписания заказчика. Заказчику дорога находится в оперативном управлении. А им предписание было выдано? Нам выдано. Вам выдано? Да, конечно, как предприятие, которое содержит данную дорогу, обслуживает. У нас есть предписание заказчика, мы должны его выполнить. Ну а как вы относитесь к тому, что вот я говорил с хозяином или, ну, кто здесь директор, он говорит, что это заказ на уничтожение именно конкретно их бизнеса? Я даже об этом судить не могу, не берусь, не хочу даже. Ну а такого нету, что вашими руками, да, это делают? Я действую в рамках своих полномочий. Ну, съезд не выполняет. Технические условия для съезда не выполнены. А можете сказать, как я понимаю, вы представитель данного кафе, данной земли, и скажите, вот что, какие претензии вообще к вам предъявляются, вот хотят сейчас перекопать вот это, вот ваше видение вот этой проблемы? Я как бы не хочу там говорить, что я вижу опять очередной раз беспредельное вот это со стороны крупных организаций отношение к малому бизнесу, потому что в очередной раз, не имея никакого судебного решения, приезжают, ну, как бы, я даже сейчас, я знаю об возбуждении административного, не то чтобы правонарушение, а разбирательство. Вот я лично отвозил документы в ГИБДД, там, ну, сейчас ведется разбирательство, оно не закончено далеко еще, но на данном этапе решение никакого не вынесено. То есть нам вменяет то, что незаконно построен придорожный сервис, хотя мы здесь были построены еще до того, как дорога вообще хотелось даже строиться. И это все документально подтверждено, и актом ввода в эксплуатацию, и договором аренды еще 2010 годом датировано. Поэтому пока, кроме как беспредела со стороны крупных организаций, таких как «Севзапуправтодор», я ничего не вижу. Но они вам что-то предлагают, допустим, продлить дорогу, сделать какие-то вот решения, чтобы устранить вот, я это? Вот ездил, отвозил документы, звонил, разговаривал с Овчинниковым, это главный инженер, разговаривал со Шманом, это по придорожному сервису. В телефонные разговоры они особо не вступают, максимум, что я услышал, у нас есть задача решить этот вопрос не в вашу пользу. То есть кто-то им эту задачу, значит, поставил. Угу. Я думаю, вот так. На самом деле, вот сейчас мы пока видим, что еще не перекопали, а перекопают дорогу, то получается ваш бизнес умрет. Я говорил, что если была бы альтернатива, я бы не бился. Мне это тоже не надо было. Это войны, там, я не настолько воинственный человек, чтобы там, воевать постоянно, приезжать, со всеми спорить. Я бы давно-давно все решил, но вопрос не в том, мне не дают, ни тех условий не выдают, ничего, чтобы для того, чтобы решить этот вопрос, а самостоятельно просто дать, чтобы, ну, давайте уничтожьте наш бизнес. Мы тоже не можем себе позволить. То есть, ну, как они говорят, все мы перекопаем, а никакой альтернативы вам не предлагают? Не предлагается. Сейчас будут перекапывать или хотят перекопать. Скажите, а вы полицию, какие-то органы вызывали? Да, обязательно вызвала из Ивангорода дежурную часть, позвонила, они заявку приняли, и в Кингисеппе заявку приняли. Поэтому сказали, ждите, сейчас скоро приедут, они где-то рядом. Понятно. Ну, скажите, по вашему мнению, вот, что хотят сделать, вот перекопать, как бы вы это назвали? Беспредел. Ну, а как это можно назвать? У них нет никаких документов, есть какое-то письмо, которое на их имя пришло от главных, так сказать, от Росавтодора, подрядчикам. Они приехали просто с этим письмом. Нам никакого официального письма не приходило. Пришло письмо на их имя. Когда нам никакого письма не было, ни обращений, не было ни суда, территория наша, у нас есть и юридические документы, поэтому, к сожалению. Я охраняю общественный порядок и общественную безопасность, чтобы никто никому тут не побил. Не побил, да. Проблема у нас машина небольшая, сейчас мы ее починим. Да, извините. Машины мешают проезжей части. Сейчас мы починим, она просто не может пока двинуться. Прекрасно. Если не починится, то за создание помех на проезжей части будет вызван эвакуатор, да, и транспортное средство будет перемещено на безопасное расстояние. Да, спасибо. Сейчас мы будем, да, чтобы были сняты помехи для проведения работ дорожных. Автобусы печей. Тоже убрать. Тоже убрать, наверное, да. У вас вообще... Нам согласовали, да, вот на производство работ по демонтажу съезда. Вот мы знаки выставили, получается, что вот данные автомобильные средства стоят под знаком, остановка запрещена. Для производства работ по ликвидации съезда. Временных работ, да. Ну, вот я поэтому говорю, что если не получается производство работ, у нас есть предписание от собственника дорог на проведение работ? Есть такое предписание, оно у меня находится. Разрешите, я ознакомлюсь, я о нем слышал. Давайте мы представимся сначала. Да, давайте. Да. Моя фамилия Романов, инспектор даже патрульной службы ГИБДД Кингисеппского района. Так, меня зовут Шман Евгений Александрович, начальник отдела развития объектов дорожного сервиса инфраструктуры ФКУ «Севзапуправтодор». Пожалуйста. Так, вы кто? Стахов Владимир Викторович, главный инженер компании «ЭСКО». Подрядчик. Прекрасно. А вот эти... Так. А я Портунадзе Денис Урабович, представитель своей же фамилии. Документы ваши какие? Что, полицейские? Нет, ну вы... Вот, да, я сказал, я назвался. Кому лично, надо, я подтверждаю. Лично я назвался, личность удостоверена, мною опрашивался Денис Урабович Портунадзе в рамках возбужденного дела административных правонарушений, безусловно, статьей 11.21, возведение в полосе отвода федеральной автодороги МТП подъезд к услуги некапитального строения, кафе, ресторан, шашлык, машлык. Опрашивался, требовались документы для проведения. Пока в рамках административного производства идет еще расследование, решение не принято. С учетом полученных от Севзапуправтодора документов в 2014 году, я могу сейчас ошибиться, с собой нет сентября, есть или 18 или 14, но какого-то сентября 2014 года регистрационная палата зарегистрировала право собственности на земельный участок федеральной автодороги. У представителей Аргуса, индивидуальный предприниматель Портунадзе, часть земельного участка находится в пользовании. Да. Да, вот этот вариант, это первый. Вот. Это второй вариант, это второе предписание по части ликвидации. Компании ЭСКО разработана схема на имя руководителя ОГИБДД Кингисеппского района Кулагина Павловича. Было обращение, разработана схема, согласованная с управлением ГИБДД на производство дорожных работ на данном участке. Соответственно, все действия на сегодняшний день никем не обжалованы. Решение вышестоящим руководителем органов государственной инспекции дорожного движения принято. Пока расследование не окончено административно, по нему никакое решение не принято. Соответственно, все действия будут обжалованы. Могут быть вами обжалованы, но не обжалованы. Поэтому сейчас, на мой взгляд, каких-либо противостояний быть не может. Да, все действия будут признаны тогда противодействием незаконных действий. Другой вопрос. Вот я сейчас принесу свою кадастровую съемку и обозначу этот съезд на своей собственной территории. Я имею право на своей собственной территории не позволять каким-то сторонним компаниям что-то делать. Значит, исходя из нынешней ситуации и полученных и истребованных мною документов в рамках расследования этого, как я уже обозначил, административного производства по делу, получены, значит, от вас документы, что у вас договор аренды земельного участка, да, заключен на 49 лет, захватывающий, согласно кадастровой съемке, границы или попадающий правильно по границе полос отвода федеральной автодороги, подъезд к услуге. Но буквально 2 дня назад поступили по почте из регистрационной палаты, что были истребованы свидетельства о регистрации права собственности. Соответственно, при наличии права собственности, не аренды, а права собственности, регистрационная палата, эти действия были учтены, договора никем не обжалованы, и уже год. Я... 2 дня никто не мог обжаловать. Нет, я получил выписку из регистрационной палаты о том, что право собственности зарегистрировано. Я в самом начале сказал, что я сейчас ошибаюсь, то ли 14, то ли 18 сентября 2014 года это право собственности было зарегистрировано за Росавтодором и его представителем Северо-Западным федеральным округом. Это незаконные вещи. Я толкаюсь от того, что государство признает их владельцем территории на данный момент. Вы не можете быть владельцами государственной федеральной собственности, потому что вы федеральное казенное учреждение. Вот, я сейчас зачитываю. Вот право собственности, принадлежит Российской Федерации. Правильно. Управлению уже принадлежит право оперативного управления. Так. Опять же зарегистрировано. Основание. Пожалуйста. Документы распоряжения территориального управления государственным имуществом, распоряжение территориального управления. Что явилось основанием для того, чтобы вы оформили право государственной собственности здесь? У вас был договор аренды на строительство линейного объекта? Или что еще у вас было? Какое основание? Значит, если хоть один документ нам покажите. То основание, о котором вы говорите, сначала вы должны представить свои основания, где находится ваш земельный участок и как он правильно попадает. Я полагаю, вот сейчас мы не придем ни к какому заключению. У нас есть свидетельство о государственной регистрации, регистрационной палаты. И у нас есть. Свидетельство будет обжаловано на 100% и снесено во всех реестрах. Ради бога, на сегодняшний день... Потому что оно незаконно. На сегодняшний день не я, не любой другой представитель власти не может самовольно не обращать внимания, не брать в учет данное свидетельство о регистрации. Я вам уже пояснил, что у вас имеется договор аренды земельного участка, а здесь регистрация права собственности. Кем и как были сопоставлены и учтены? Мало того, нужно учесть, что договор аренды находится у Аргус. Да. А вы к этому отношению не имеете? Я представитель Аргуса. Какая-то доверенность есть? Да, есть доверенность. Пожалуйста. Ну, на сегодняшний день это мы говорим сейчас, это будет окончательно, когда будет принято решение о направлении для рассмотрения по существу дела об административном правонарушении в суд. В суде это будет все рассматриваться. Сейчас мы говорим о том, что создаются помехи дорожного движения и производства работ на данном участке. Поэтому я как... Производство работ на незаконных основаниях? Почему? Подождите, здесь у вас нет законных оснований. Это федеральная автодорога. На нее есть соответствующие свидетельства. Я сейчас не про вас говорю, я говорю про вас. У нас есть все законные основания. Покажите. Вот они. Это незаконное основание. Это ваше голословное заявление. А это ваши голословные заявления. Это законные. Вот это сооружение находится в собственности Российской Федерации. Когда-то мы вам дали разрешение на это. Ну это правильно делали? На определенных условиях. Мероприятие, чтобы пожалуйста, мы здесь... Давайте сойдем с проезжей части, я полагаю. С обязательным формированием съезда на арендуемую территорию. Только поэтому с вас сняли все штрафы, только поэтому вы смогли здесь построить дорогу. Вам было предоставлен съезд? Был предоставлен? Нет, нет. Почему вы не обжаловали? А вы не молчите, вы нам отказываете постоянно. Что значит неправда? У нас есть переписка с вами. Не на законных основаниях. На законных. Нет, пожалуйста, когда вышла ваша публикация, опять-таки, как обычно вы действуете как воры, по ночам, написали публикацию, что вы согласовываете границы полосы отвода автомобильной дороги. Пожалуйста, наш отказ. Мы не согласовали вам полосу отвода автомобильной дороги. Вы сейчас прокатились асфальтом по нашей территории. Почему вы это не обжаловали в суде? А почему мы должны обжаловать? Это ж вы по нашей территории. Право. Мы обжалуем. У вас бандитские методы. Но сейчас вы ничего не перекопаете. Да, бандитские методы. За вас ходатайствовала межрайонная природоохранная прокуратура. Лично нам звонила. Если вы действуете как бандиты, а вы бандиты, вы бандиты, вы хотите сейчас сделать работы на нашей территории, которая на нашей. Нет, не на вашей. На арендуемой федеральной собственности. Без согласования нашего вы и так уже залезли на нашу территорию. Сейчас хотите продолжить залезать, не получится. Это не ваша территория. Приступайте, попробуйте, сделайте что-нибудь. Это федеральная собственность. Вы бандиты. Вы бандиты. Нет, сейчас не 90-е, у вас не получится. Вот что, 90-е годы, что ли, вспомнили? Это вы вспоминаете 90-е. Я ничего не вспоминаю. Вы ведете себя как бандиты, блин. Ладно, говорить не о чем. Вот именно. Вы предоставьте нам хоть один документ, который явился основанием. Вы первый раз за 3 года вообще появились дороги здесь. Мы приезжали к вам, просили предоставить проектную документацию. Ваши подрядчики спрятали ее от нас. С кем она согласована? Просто с районной администрацией. Не просто с районной. Просто с районной. С кем? С Буйслужской администрации ни одного документа. Ну, естественно, как кто же вам даст отрицательное заключение? Да, у вас всегда только положительное. И нам тоже дорога нужна. И нам тоже дорога нужна. И мы кормим своих детей. Понятийный язык давайте не будем переходить. Давайте продолжайте официально общаться. А можно посмотреть вот то, что вы показывали? Согласование? Потому что именно комитет по природным ресурсам давал вам разрешение пройти по землям лесного фонда. И в этом 2012 году вам выкатили огромные штрафы, от которых вы ушли. Почему? Еще раз повторяю, лично у меня сохранился телефон, имя, отчество и должность сотрудника межрайонной природоохранной прокуратуры, который лично ходатайствовал за вас, чтобы мы дали. Где написано на время производства работ? Подтверждает свое согласие на проведение реконструкции. Ну, реконструкция проводилась. С обязательным формированием съезда. Но временный съезд же вам оформляли, наверное, нет, когда реконструкцию проводили. Нет, нам только обещали и вешали лапшу на уши. Да потому что здесь была дорога до вас. А потом лично Иванов и лично Костюк сказал, что нас здесь не будет. Хотя бы один документ, подтверждающий законность примыкания автомобильной дороги. Это сделал съезд ТСМ. У нас есть схема дорожного движения, согласованная еще 10 лет назад, на которой указан перекресток и съезд в лес, как пожарный съезд. Он законный. Да. Вы незаконно его снесли. Но вы его снесли без согласования. Сейчас не могу, у меня нет распечатки. Вы нас не предупреждали вообще ни о чем, что вы здесь не поедете. Почему мы вам сейчас что-то должны предъявлять? Вот это государственная собственность. Правильно. Никого мы предупреждать не должны. Да вы что? Да. А зачем же вы тогда Портунадзе письма слали? Вы же не должны никого предупреждать. А почему вы Аргусу, арендатору, не слали письма? А почему вы не согласовали с ним на строительство дороги? Мы ничего не получили. Дайте входящий. По почте же идет письмо. Пока оно дойдет по почте. Мы до сих пор не получили ответ на тех условия. Вот ваше письмо. Вот это ваше письмо. Значит, руководство нашего районного ГИБДД, руководство района говорят, что мы ни разу не просили никаких разрешений на тех условий и так далее. Мы просим это без конца. Просим. Что вы получаете? Мы получаем отказы. Правильно. Обоснованные? Нет, не обоснованные. Вы так думаете? Мы так уверены. Давайте сейчас немножко с другого ракурса. Мы ждем ответа. В суд или в другой организации. Мы ответа ждем вот на это письмо. Это второе обращение Аргуса по поводу примыкания. Первое было в каком году? Вы помните? В самом начале, в 2012, когда вы начались только. Вы всем отказываете. Почему вот там вы нашим соседям дали? Потому что там... Я не знаю. Другой вопрос. Потому что там глава района протежирует это. Или что? Что значит давайте не будем? Давайте будем. А вот там дальше съезд, он законный? Я не знаю. А почему вы тогда на нас зациклились? Мы не зациклились. Вот незаконное проезд. Там, на самом деле, здесь по нормам проектирования имеется в виду при съезде с виадука. Все нормы вы сделаете так, как вам нужно. У меня вопрос, почему к этому такие претензии? Вот я вам отвечаю первым. Первое, да, тот съезд к данному делу не относится. Он далеко от виадука находится. Мы не арендуем ту территорию. Обстоятельства того съезда мы рассмотрим отдельно в порядке. Предварительно могу вам сказать, что там документы наверняка присутствуют. Мы представили сейчас вам и общественности копия свидетельств государственной регистрации. Можно, пожалуйста, зафиксировать. Я подчеркиваю слово копии, да, наличие копии. Вот, ваше право, законное право проверить его или обжаловать в судебном порядке. Согласен. Абсолютно верно. Да, согласен. В свою очередь вопрос. Вы имеете какие права на территорию, которую используете ну, каким-то соответствующим порядком? У нас 2 договора аренды, было 4 зарегистрированных в этой же федеральной регистрационной службе в Росреестре на 49 лет. Под какие цели и с кем заключен договор? Под рекреацию с комитетом по природным ресурсам. На основании какого решения? У нас был выигран аукцион на право аренды. Спасибо. Следующий вопрос. Порядок использования данного участка каким документом у вас? У нас положительная экспертиза проекта освоения лесов. Нет, документ договора. Замечательно. Экспертиза проекта освоения лесов. С проектом освоения лесов можно ознакомиться? Вот он у вас. Проект у вас еще есть. Алло, Александр? Неоднократно представлен. На все участки, все договора аренды, все регистрации. Разберем, что покажите, какой проект освоения лесов есть у нас? Нет, не у нас, не вот представитель говорит, у нас нет проекта освоения лесов. Алло, к сожалению, да, я констатирую, что в письмах, которые были сопроводительные к документам, нигде не зафиксировано наличие проекта освоения лесов. Лично в 2012 году я представляла документы как представитель администрации Служского сельского поселения. Все документы с экспертизы. То есть проект освоения лесов у вас существует? Конечно, не имеется. Да. Прошу зафиксировать, что проект освоения лесов участка Аргус в Севзапуправтодор предоставлен установленным порядком не был. Вот, пока только на уровне разговора, что он был привезен, ну, это не факт. Да? Это факт. Следующее. Проект освоения лесов содержит у вас положения, связанные с использованием участков, под какие цели, проезды, строения и прочее. Вы можете на сегодняшний день достоверно утверждать, что эти составляющие проект освоения лицов содержит? Да. Хорошо, то есть вот смотрите, прошу зафиксировать, что в настоящий момент, в данный момент, в этой ситуации представители Аргус отказываются представить проект. Мы не отказываемся, это неправда. Но просят... Почему вы информацию коверкаете на месте сразу? Давайте, можно я буду говорить, пожалуйста? Пожалуйста, обратите внимание на материалы съемок всех геодезических, кадастровых и так далее. Вот съезд, который вы незаконно снесли. Это законный съезд? Что подтверждает законность этого примыкания? Материалы, ваши материалы дорожного движения, здесь схемы дорожного движения на этих перекрестках, которые были согласованы в органах ГИБДД. Единственный документ, который подтверждает законность любого примыкания, я подчеркиваю, это согласие владельца автомобильного дорог, согласие в письменном виде выдано содержащие технические требования и условия. У вас такого согласия нет. У нас их не может быть, потому что этой дороги уже 100 лет. Потому что здесь была когда-то железная дорога. И все по этой дороге ездили. Мальдишев, все-таки тогда представленный вами план, он кем-то подписан, удостоверен? Да, в материалах есть все отчеты технические, подтвержденные. Ну вот данный план здесь, некая совмещенная съемка, на увеличенную в масштабе, соответственно, с потерей точности план лесоустройства, он кем-то в данном случае согласован? Вот наша арендуемая территория, за которую мы продолжаем платить арендную плату. Вы на ней дорогу построили. А вы на ней построили дорогу. Вы хотя бы задайте, вы хоть один письменный запрос сделайте, предоставить. Ну, он предоставит. Я так понимаю, что вы официальный представитель Аргуса, вы можете сейчас получить официальное письмо. Давайте от ФКУ «Севзапуправтодор». Можете? Хорошо. Тогда нам надо пройти и вопрос. В микроавтобусе через определенное количество времени. На сегодняшний день по закону это будет ответ на то письмо, которое вы последнее послали. Учреждение проводит какие-либо работы, которые связаны с частной или арендуемой территорией. Да. Каковы законы? И вот просто вам вопрос задам. Они немножко изменились с 1 апреля. Ну, указано, что вы можете общаться только в различной системе судов. Дальше предлагаю. Я готова подъехать к вам за, работает эта схема. За ответом. Как работает если схема переуступки арендуемой или частной территории со стороны государственных казенных учреждений в сторону арендуемых или частных. У меня есть еще доверенность, я могу ее представить вам попозже, у меня в машине. По поводу получения различных корреспонденций, я вам даже могу сейчас прецедентный случай привести, который существует у нас. Со стороны это было сделано законно. Что смотри, пожалуйста. Я недооцениваю незаконно, потому что не было ни договора переуступки дороги. Давайте, дайте нам время обжаловать, потому что... Нет, у нас его нет. Подождите, сейчас ведется разбирательство административное. Оно вот представитель только что полиции это нам сказал, правильно? Никакого решения вынесено не было еще, правильно? По вашему запросу он был туда отправлен, и сейчас ведется административное разбирательство. То есть никакого результата по административному разбирательству еще не было вынесено, но вы уже доверенность на Ефимова. Понимаете, может быть, тогда мы дождемся какого-то решения? Он тоже представитель. Или как? Или мы просто опять начнем ту же песню, которая была? Какая песня? Вы сейчас знаете, я не говорю, что он может получить сейчас письмо. Сейчас вот Екатерина посмотрит. Вы можете в суде. Подождите. Это требование закона знает. Я знаю, но только у вас-то нет. Каким образом? Еще вот и в исполнительном производстве. Нет, подождите, исполнительное производство это другое дело. Ну, значит, то есть, понимаете, как давайте вот, если откинуть вот эти все законные основания, там вот эти все вещи. Нет, я хочу передать, не имею в виду буквально. Перекопали, сделали, время дорогу так как вы здесь присутствуете. Никаких согласований, вот единственное согласование, которое... Хорошо, и правильно. Ну и права всех жителей Российской Федерации, которые пользуются этой дорогой, и при этом не обеспечиваете безопасность. То есть малый бизнес движения. Вы пинком под зад, да? Я еще раз объясню. Нет прямой вот то, что между этим. Президент а если у вас человек говорит, здесь погибнет, этот, ваш малый бизнес не стоит ни копейки, если погибнет хотя бы один человек. Это громкие слова. Это громкие слова, это лозунги. Это лозунги, ни на чем не основаны. Это просто слова. С 10-го года, когда вы начали проектирование и освоение этой дороги? Вот просто, ну, по-честному. Что вот, давайте вот по закону разберемся. Я в 9-м году начал. Когда вы на кадастр поставили? В 9-м? Это нечестно. У вас только что поставлено. Только что. Я знаю, в 14-м году. Но по закону, да, вот у меня территория, я за нее плачу деньги. Каждый месяц отчисляю. Я могу это поднять. Это же не голословно. Опять же, это документально все будет подтверждено. Территория заканчивается. Кстати, вот где эта женщина? Она уж поехала. Значит, интересный тот факт, что ваша территория заканчивается приблизительно... Нет, нет, знаете, где она заканчивается? Она заканчивается вот где вон тот флажочек, и где-то почти посередине, там, где вы уже построили. Вот в чем вся беда. Я сейчас ищу. Вот полоса идет по нашей арендуемой территории. Типа читай. А вот проект освоения лесов. Снимать. Видно, да? Хорошо. И осуществление за свой счет съезда согласно всех СНИПов. Вот мои были ответы. Понимаете? Вот мои просьбы были к вам. Абсолютно, мне кажется, законный, абсолютно разумный. Точно так же мы вам официально ответили, что... Вы официально меня отфутболили, вот если официально. В соответствии с НИПами и ГОСТами, на которые вы сейчас сослались, примыкания в этом месте быть не может. А я же не говорил в этом месте. Прошу, найдите выход, скажите, где. Вот, ну, вы понимаете, в чем... парень-то вообще здесь работает? В чем вопрос, в чем вопрос? Соответственно, тем самым вы хотите сказать, что данный съезд здесь быть не может. Сейчас вы меня хотите так за слово скажите, поймать? Где можно. Или что? Почему? Ну а как? Вы только что сказали, я вам еще раз повторяю. Технические условия по ГОСТу и по СНИП. Съезд вообще вот там всегда был. Вот там перекресток был всегда. Мне нужны технические условия не просто, чтобы съезд здесь утвердить, а для того, чтобы согласно СНИПам спроектировать и реализовать строительство съезда согласно всем законным требованиям автодорог. Правильно? Я вот именно в таком ракурсе писал письмо. В соответствии с законным требованием здесь, конкретно вот этом вот... Вы можете мне вот сюда не тыкать? Я сейчас еще раз... Я сейчас вам, знаете, почему он здесь находится, этот съезд? Первая причина, потому что никто тех условий для осуществления другого мне не дал. То есть вы сами к себе сейчас переадресовали вопрос, понимаете? Почему мне никто не дал тех условий для того, чтобы я создал законный этот съезд? Поэтому есть съезд только здесь. Делайте другой съезд, и они отдадут вам этот съезд. Другой вопрос в том, что вы меня футболите откровенно. Знаете, что мне многие говорят? Хотите, скажу? Пусть это будет горькое, но правда. С вас хотят денег. Вот мне откровенно говорят, с вас вымогают взятку. Ну, конечно, вымогают. Вот мне конкретно как и говорят. Всех, понимаете, вот я говорю, да как взятку, зачем, ну, в смысле, я говорю, я пишу официально, все готов сделать за свой счет, я же пишу бумагу, я же не просто так, это не голословно, могу эту переписку, она, кстати, у вас на руках ходит. Представьте, где это написано? Что я готов за свой счет это сделать? Или что? Кто с вас помогает? Нет, я не говорю, я же не сказал. Вот когда я разговариваю с людьми, я же не сказал, кто там с меня вымогает или еще что-то. Мне просто говорят, вам не дают ни тех условий, ничего, хотят с вас денег. Конечно, говорят, что тупиковая ситуация. Понимаю, как? Вот смотрите, я говорю, да как, почему? Я же пишу вроде. Я даже больше скажу, я к Овчинникову заходил в кабинет, и он мне сказал так, к вашему руководителю. Мы ищем техническое решение вашего вопроса. Вот давайте так, если это слова, мы ищем решение технического вашего вопроса, были просто для отмазки, то они, конечно, сработали. Это было год назад, понимаете? Но при всем при этом никакого движения не произошло. Что вот сейчас я должен, простой предприниматель, подумать, что огромная корпорация в лице Севзапуправтодора хочет снести мой бизнес и его уничтожить? Может, у меня вас заказали у вас или что? Ну как я должен подумать? Потому что я-то с вами иду на контакт. Да, ну да, дайте мне, пожалуйста, я сделаю, за свой счет сделаю. Вот смотри, как я должен рассматривать. Без громких слов. Это не громкие слова. Ну а что это так? Вы приехали, кто-нибудь хотя бы сказал. Кто-нибудь сказал. Тогда не надо клеветать. Я не говорю про самоту. Это не клевета, это ваша репутация. Кто потребовал деньги хотя бы один человек? Вы говорите, что выхода нет. Здесь не может быть. Здесь не может. Вот там у них был всегда. Подождите. И вы говорите, что это не важно. Сделайте в другом месте съезд. Вы так выводы делаете. Выход странный, как вы считаете. Это вы громкие слова говорите. Перекопайте здесь все. Ребят, даже если сейчас представители, органы увезут эти машины, кто их здесь поставил, вам придется нас отсюда снести, блин, понятно? Вы не будете делать свое дело незаконно, понятно? Сейчас хочу задать вопрос официальному представителю Денису Рапычу. Прошу представить мне, показать в данном проекте освоения лесов. В проекте освоения лесов на лесной участок, которым вы пользуетесь, установлены в порядке. Вот. Наличие ранее существовавших съездов, примыканий с ранее существовавшей дороги и ее предыдущем положении. Попросите, пожалуйста, у представителя Севзапуправтодора письменный запрос, на который мы в течение определенного момента времени, 30 суток, вам ответим. Пожалуйста. Сейчас. Нет проблем. Давайте официально разговаривать. Кто готов принять? Хорошо. Если вы официально уведомлены заранее, здесь бы был представитель. В данный момент поэтому это ваш ответ. Направьте тогда по почте. Мы направили по почте. Направьте. Мы не получили. Получим, будем отвечать. Мы никого не можем не уведомлять. Это автомобильная дорога, это собственность Российской Федерации. И мы за нее отвечаем, за ее качественное состояние. У меня есть и свидетельства, я их показываю. Вы говорите, что дайте мне законное основание, что вы это сделали. Я вам говорю, дайте мне законное основание, что вам Аргус разрешил здесь строить что-то вообще. Вы можете это дать? Ну вот видите, очень простой. А у меня что, не простой вопрос? Хотите, я вам сейчас принесу другое разрешение, которое попросил у меня РЖД, Российские железные дороги, которые они попросили разрешение, все как положено. Не на этом адресе у вас. На этом адресе, с той стороны только. На том адресе. Какая разница? Объясните мне, дураку, разницу. У вас там нет примыканий к железной дороге. Там вообще наша территория. Точно так же, как и здесь. Вы сейчас знаете, что вы хотите, вот пусть мне гаишник ГИБДД скажет, что у тебя здесь незаконный съезд, он мешает, они мне пришли письмо, что я его должен регистрировать. Понимаете? Вот они... Нет, а я вам больше скажу, я их не то что попросил, они мне сейчас, они ведут разбирательство в этом вопросе. Потому что Евгений Александрович пишет, несогласованно построено сервис. Причем который, наоборот, облагораживает здесь. Если сервис был построен в 2010 году, а дорога была построена в 2014 году, как это, почему в 2010 году должен был спросить разрешение? Вон что, ресторан сносите тоже, все сносите. Нет, ресторан мы не имеем никакого отношения. Я показываю. Схема производства работ на данном участке работы согласована в соответствии с ГОСТом, рассмотрен начальником ГАИ и государственным инспектором безопасности дорожного надзора. Для меня это документ. В настоящий момент я вижу ситуацию, что в зоне действия временных знаков, ограничивающих остановку и стоянку на данном участке дороги, находятся транспортные средства для производства работ, не участвующие. Соответственно, в случае нахождения представителей, владельца, водителя транспортного средства в добровольном порядке мною будет предложено ему убрать транспортные средства в безопасную зону из зоны производства работ, либо в принудительном порядке они будут эвакуированы. Чего сейчас, так как я не могу уже значительное время найти водителей, представителей никого из транспортного средства, вот это и вот этого, и них, едет эвакуатор. Как подъедет, будет составлен протокол. Это если будут принудительные меры приниматься для эвакуации транспортного средства. Если добровольно, да, в силу технических обстоятельств, да, транспортное средство, возможно, было сломано. Если водителям самостоятельно такое решение не способны ему будет выполнить, убрать из производства работы. Схема согласована начальником ГАИ Кингисеппа, майором полиции Кулагиным, инспектором безопасности дорожного надзора, соответствует, на мой взгляд, и на сегодняшнюю ситуацию, соответствует требованиям ГОСТа о безопасности дорожного движения, автомобильных дорог. Это уже наше личное дело. Все верно. Разъясняем. Все действия сотрудников полиции могут быть обжалованы, установлены в законном порядке, вышестоящему руководителю, объясняя представителям общественности, вышестоящему руководителю, либо начальнику ОГИБДД Кингисеппского района майор полиции Кулагину, либо начальнику МВД Кингисеппского района полковнику полиции Солодкину, либо вышестоящее главное управление внутренних дел, Министерство внутренних дел по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, либо в суд. Мною вам порядок обжалования разъяснен. Я вам всем поясняю, да, представителям общественности, представителям Аргуса, представителям Дениса Портунадзе. Имеется схема, согласована в установленном порядке на производство работ по приведению в нормативное состояние федеральной автодороги в части исполнения предписаний, вынесенного Севзапуправтодором, подписано руководителем управления. А что в суд-то не вызываете, это непонятно? Что в суд-то не вызываете? Мне кажется, у вас документы, вы представитель общественности? У меня документы там есть. Да я не представитель общественности. А вы просто кто? Я знаю, что столько здесь я вам только проблем... что разъяснил, вот вы меня... Либо не хотите слышать, либо пытаетесь меня спровоцировать, чтобы я вам что-то не то ответил. Я вам еще раз повторяю. Имеется схема организации дорожного движения на участке дороги, федеральной автодороги, Санкт-Петербург-Нарва, МТП, подъезд к МТП «Услуга». В настоящее время вот этот участок не соответствует требованиям федерального законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности Российской Федерации. Об этом было указано собственнику дорог, представителю Севзапуправтодора. На основании законных требований, никем не обжалованных, выписано подрядчику компании «ЭСКО» предписание о приведении в нормативное состояние. Компании «ЭСКО» выполнены требования согласована схема производства работ на первое... Сегодня... 1 октября. Что кем санкционировано? Что именно? Конкретизируйте вопрос. Подписание на... Требования против человека. Подождите, вы представляете интересы официально? Не, мы хотим знать, что здесь, здесь живем. Замечательно. Вы, как местный житель, сейчас пока не можете задать вопрос. Пусть задает вопрос представитель, все-таки официальный представитель. Их здесь хватает. Да. Им дано право, пусть говорят. Им дано право, пусть говорят. Не, не надо говорить, как у России. Если сейчас решение и так далее пришло 2 дня назад, подтверждение, у меня не было физической возможности это обжаловать. Не решение пришло, а я в рамках административного производства получил документы. Да, но решение по этому поводу не принято. В суд не направлено. Это в части нахождения объектов, как я вам уже пояснял, объектов строения, да, не являющихся объектом придорожного сервиса, не используемых, да, в дорожной деятельности, в полосе отвода федеральных дорог. На данный момент, с точки зрения закона, да, вот я как бы могу доказать, что вот эта территория находится в аренде у Аргуса. Вот эта дорога, полоса это и даже пол этой дороги. Ну, для этого существует... Дорога какая, прошу прощения, уточните. Ну, вот это наша дорога. Или как ее там переименовывают. Хорошо. Насколько да. Вот смотри, я сейчас, находясь на своей территории, разве я обязан дозволить им что-то делать? Может, они захотят рестораны у меня сломать или еще что-то? Поясняю. Значит, здесь находится, да, спор двух хозяйствующих субъектов, государственного представителя и частного сектора. Значит, у вас договор аренды земельного участка, да? У Севзапа собственность государства, свидетельство о праве собственности. Соответственно, при наличии такого документа ваш, или при регистрации регистрационной палаты, все действия должны были быть учтены, да, в том числе и ваши. Я не знаю, у меня есть право обладать. Ну, вот, я не уполномочен разбираться, обжаловать действия. У меня другой вопрос. Вы меня сейчас выводите в другой вопрос. Вопрос землепользования, да. Вопрос ГИБДД отвечает за съезды. Я вам все разъясняю. Есть федеральная автодорога, которая должна соответствовать требованиям. Есть собственник. Мне кажется, у нас всегда для людей делались дороги, а интересы одних, сейчас, понимаете, интересы одних. Простите, я закончу полностью, и тогда буду готов ответить на ваши вопросы. В соответствии с федеральным законом об автомобильных дорогах, автомобильной деятельности в Российской Федерации, к федеральным дорогам строительство примыкания должно соответствовать требованиям ГОСТов, наличие, либо строительство, либо осуществление. Слушай, ремарка. Первое. Иметь согласие на устройство такого примыкания владельца автомобильной дороги. Владельца автомобильной дороги. Это должно быть оформлено надлежащим образом. На сегодняшний день, на 1 октября 2015 года, кто осуществлял строительство этого примыкания, ни мне, ни представителю в целом органа Государственной инспекции безопасности. Кто вот это строил? Вы можете подтвердить? У меня нет. У меня на сегодняшний день нет. Кто это строил? Но подрядная организация. Оно не соответствует требованиям безопасности, определенных ГОСТов. Это ваше, наверное, подрядное. Жите, я закончу, и мы тогда вступим в полемику. Я не выяснил в рамках расследования, как я вам уже говорил, кто это строил. Соответственно, для принятия мер было указано собственнику дороги привести нормативное состояние. В противном случае за неисполнение предписания и требований федерального законодательства органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения собственник дороги может быть привлечен к административной ответственности. Привлекайте их. Для того, чтобы избежать привлечения к административной ответственности государственным органам исполнительной власти в сфере обеспечения, да, автомобильной деятельности, дорожной деятельности, вынесено предписание компании-подрядчику ЭСКО, заключен официальный договор. Так привлекайте их. Еще раз. Предписание вынесено Северо-Западным управлением автодорог. Как оно может вынести, если оно заинтересованное лицо? Как оно может вынести? Оно заинтересованное лицо в части закона. То есть каким-либо образом, словами, действиями все здесь находящиеся представители общественности пытаются мне противодействовать. Я разъясняю. Я меньше всего пытаюсь. Я еще раз вам объясняю. Только что каждому готов предъявить схему производства работ, имеющих ограниченные знаки для приведения нормативного состояния. В противном случае, если мне, как сотруднику полиции, я, прибыв сюда, представился, фамилия моя Романов, майор полиции, инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД Кингисеппского района, выполняя законные требования. Если вы считаете, что мои требования незаконны, вы вправе их обжаловать в установленном законном порядке. Вы сейчас все это актируете посредством аудио-видеофиксации. Я еще раз повторяю. Одному, второму, третьему сотрудникам Аргуса, любым представителям общественности, куда и в каком порядке это обжаловать. Первое. Вы можете обжаловать мои действия. Начальники ОГИБДД Кингисеппского района. Я еще раз объясняю. Не вы же за экскаватором-то приехали, с экскаватором приехали. Не отвечайте. Вы же здесь хотите все взять и перекопать. Почему тут вы-то? Я уже неоднократно пояснял, я не хочу возвращаться к одному и тому же. Законному представителю, представителям общественности я все разъяснил. Есть аудио-видеофиксация. Пожалуйста, если вам интересно, перемотайте. Что сейчас, что получается, что я должен сделать? Закрыть ресторан или ликвидировать? Вы ничего, вы ничего. Нет, нет, вот Денис Ильич, разъясняю, мои действия сейчас направлены на то, чтобы убрать одно транспортное средство, второе транспортное средство. Вот смотрите, сейчас... Законы, все понятно, предписания и так далее. Вот у меня другой вопрос. У меня сейчас там 10 человек имеют рабочие места. Сейчас, если я ликвидирую этот съезд, тем самым я могу закрыться и оставить здесь пассивом. Соответственно, что получается? Мои права разве не нарушаются в этом случае? Права как предпринимателя. Или это считается, вот просто я вас как представители власти, представители крупных организаций строительных, разве в этом случае права предпринимателя не нарушаются? Если меня хотят лишить 10 рабочих мест, меня хотят лишить работы и так далее и тому подобное. И это что? Как по-вашему, не беспредел ли это? Вы переводите из одной плоскости в другую. Одно дело обеспечение безопасности дорожного движения, а другое дело это ваши хозяйственные процессы. Стоять сейчас. Давайте сейчас не будем. Вопрос в другом. Вопрос, что я неоднократно пытался законно затребовать это, чтобы сделать закон. Вы мне не даете... У вас есть письма? Есть, конечно. Там написано, почему это нельзя сделать. А там написано, почему это... Нет, там написано, почему. Почему это написано? Все, будьте любезны, соблюдайте выражение, все-таки мы находимся в общественном месте. Почему? Отмораживаетесь. Почему там написано, нельзя этого сделать? Хорошо, там же написано, почему этого нельзя сделать. Нет, я вас привлеку. Ну написано там. Привлеките меня. Вы же... Привлеките меня. Я уверен, что русский язык хорошо знаю. Я хорошо знаю русский язык и еще парочку. И там написано, почему вы не могли это сделать, с соответствующими ссылками на нормативы. И при этом вы все равно настаиваете, что нет, именно здесь должно быть у вас примыкание. Где я настаивал? Покажите мне, где я хоть раз... Ваша. Да не настаивал я ни в одной переписке на том, что я здесь. Своим... Вот сейчас Денис Дурак, своим противодействием. Сейчас своим противодействием можно нам власти, транспортными средствами и своим стоянием вы противодействуете. Сейчас прошу переместиться с этого участка проезжей части для начала производства работ. Вы приехали сюда на этот участок. Работы какие будут производиться конкретно? Еще раз вам повторяю, вам я уже говорил, для приведения в нормативное состояние. Тогда можно не вам вопрос адресовать, какие работы вы хотите проводить? Я могу указать, какие работы мы намеревались проводить. Это приведение планировки обочины в соответствии, значит, с нормативом, расчищение кювета. Планировка на бумаге будет, планировка. И установка барьерного ограждения. Вот это тот ряд работ, который был намечен на сегодня. 3 пункта. 3 пункта. Сделайте нам съезд нормальный сюда, да и все. Нет, подождите, мы, во-первых, не можем никому делать съезд. Вы сами его будете делать себе. Мы давайте сделаем. На каком основании? Вот, правильно. Это хороший вопрос. Ну, вот хороший если вопрос. Вы не даете основания, как я могу сделать? Подождите, не мы ищем основания. Вот не мы ищем. Знаете, что последнее я привез? Что я привез Овчинников? Мещеряков по телефону мне сказал. Говорит, вы можете сами нарисовать, как съезд по нормативам. У меня есть человек, который проектирован. Он не спроектировал, и я привез Овчинникову этот документ, где был спроектирован по закону, по СНИПам, то решение, которое существует, оно существует. Какое решение? Решение привести дорогу в нормативное состояние. Состояние, которое обеспечивает безопасность дорожного движения. Давайте тогда пойдем. А здесь что, хоть одна авария была, что ли? Давайте другим путем. Давайте мы сейчас пригласим сюда представителей хотя бы хоть одной организации, которая более борется за права предпринимателей. И, я думаю, что обратимся с этим всем в какую-нибудь общественную организацию, пойдем в суд и будем это выяснять, понимаете? А не просто вы приехали и ликвидировали. Я вам еще раз повторяю, у меня в рамках своей ответственности и своих полномочий ФКУ «Севзапуправтодор» следит за нормативным состоянием автомобильных дорог. Например, ямы, ухабы, колейность, снег и все такое. Налоги платят. За дорогу, за вашу. Что вы сюда приехали следить? Так это территория арендованная. Еще раз говорю, мы следим за автомобильными дорогами. Вот это автомобильная дорога, вы не видите? Мы все видим. Это автомобильная дорога, мы следим за ее состоянием. Я с этим даже не могу поспорить, потому что смысл заключается в том, я сейчас не спорю, я почему не даю ликвидировать этот съезд, потому что альтернативу ФКУ «Севзапуправтодор» мне не дал. Еще раз говорю, это ваша прерогатива, так сказать, решать этот вопрос. И даже в судебном порядке. Никто не запрещает. Мы будем решать. И в судебном порядке. Какими методами? Да вот такими. Если человек работу решает. Ой, громкие слова. Я обязательно скажу, не переживайте. Вы что предлагаете? Мне все-таки сделать пассив сейчас из этого. Больше миллиона рублей мы платим аренду. Ну, рассудим. Еще раз говорю. Вот ваши внутрихозяйственные вопросы, как вот инспектор, о чем постоянно говорит, это вопрос другой плоскости. Так я не дам вам вопросы инспектора государственного случая и нас, как представителей государственного учреждения. Это другой вопрос. Как это будет? Это другой вопрос сейчас. Это другой вопрос. Вы сейчас вполне официально заявляете, что вы будете противодействовать. Вполне официально. А у меня вы не оставите выбор. И в суде я буду отстаивать свои права на основании того, что у меня были нарушены мои права, как предпринимателя, как гражданина России. Это все нарушено. Сейчас я вам тоже. Если вы не выполните свои постановления, что вам за это будет? Ну вот хорошо, у вас есть распоряжение, вы приехали с техникой, вам не дали выполнить то, что вы хотели выполнить. Чем это вам грозит, скажем так? Вот ровно через полчаса здесь погибнет человек на дороге. Кто это? Это вы специально сделаете так? Это вы угрожаете? Еще раз говорю. Но если вы захотите задавить меня, то можете погибнуть. На этой дороге погибнет человек. Вы угрожаете, да? Вы не один человек. За это отвечать не будете. За это будет отвечать. Опять в другую плоскость перевели. На вашей дороге столько погибнет людей. Мы стараемся. Из-за ваших ухабов, которые вы недоброкачественно делаете. И представители ГИБДД будут официально отвечать. Можно я вот официально сейчас скажу? Абсолютно. Можно? Предложение. Это другое. Предложение. Другой для всех. Это все Володь, нет. Или мы сейчас официально с ваших письменных запросов, которые вы хотите, чтобы мы вам там что-то предоставили, вы должны нам сделать по законам Российской Федерации запрос. Я вам сделал запрос. Никто не может взять письмо от ЭСКО. Потому что вы приехали абсолютно неожиданно, без предупреждения кого-либо, что сегодня дайте договорю. Я вам хочу предложить. Ваше дело отказаться. На этом я тоже закончу вообще с вами общение. Значит, или вы двигаетесь официально, вы присылаете запрос, мы вам на него отвечаем. И мы приходим к какому-то консенсусу. Я с ним работаю. Оспариваем свидетельство в суде или еще что-то. И тогда мы спокойно расходимся. До решения суда там или чего-либо. Или вы сейчас... двигаетесь по беспределу, махая вот, всякими бумажками, и делаете с нами, что хотите. Давите, не давите, что хотите. Запрос. Вот поэтому я вам предлагаю решить вопрос обоюдно, миролюбиво сейчас, официально, демократично. Тогда я, может быть, немножечко поверю, что вы немножечко вот не по-бандитски действуете. На протяжении с 10-го года, когда, или там с 11-го, когда вы начали дорогу строить, сначала вы попилили лес без разрешения, что я наблюдал, и на нашей территории в том числе. Но это не наша проблема, это вы с лесниками разбирались. Потом вы построили по беспределу дорогу на арендуемой нами территории, не согласовав с нами. Теперь вы предлагаете по беспределу снести тот съезд, который вы же сказали, ребята, этот съезд у вас будет. Когда вам нужно было подписать письмо, почему-то вы только двинулись через прокурора Ленинградской области, который сказал, мы обещаем, только подпишите, и мы дали вам согласие на проведение работ, вы нас обманули. Поэтому сейчас, я не знаю, в каких вы теплых отношениях с прокурором природоохранным, я не знаю, мне только догадываться остается, это уже вам виднее, в каких вы отношениях. Поэтому сейчас я предлагаю вам обоюдно, миролюбиво решить вопрос. После всяких перепитий я вношу вам предложение. Я бы с удовольствием принял бы это приглашение, если бы вы имели право об этом хотя бы сказать. Но на сегодняшний день вы не можете быть официальным представителем ни Аргуса, официального арендатора. Если бы вы предупредили, поверьте мне, здесь бы был официальный представитель, и я бы имел право. Это сейчас кем хотите меня. Вот официальный представитель, имеющий это генеральную доверенность. Это все бумажки мы предоставим. Поэтому я вам сейчас немножко отдельно с вами предлагаю. Я вам письмо передам. Поэтому я вам сейчас предлагаю миролюбиво решить вопрос. Если вы таким методом не привыкли, а здесь ремарочку маленькую, позвольте минуту еще. Я вам не зря сказал про железную дорогу. РЖД не меньшая организация, чем вы. Но эти люди снизошли вон оттуда, пришли и вели с нами диалог. И мы дали им согласие, и они платят частичку той аренды, вносят. Вы Росавтодор, а вы СЕП. Севзап. Вы подчиняетесь Росавтодору. Да. Вы позволяете себе не снизойти оттуда, а вот оттуда продолжать делать свои действия. Поэтому я вам предлагаю по-человечески сейчас разойтись. И все. По-человечески, значит, что вы предлагаете другими словами? Вы предлагаете оставить незаконное примыкание, оставить, значит, с ваших слов не возможность. С ваших слов. Прошу заметить, прошу прощения, а вы кто, чтобы я замечать? Представитель общественности. Не, я не вижу. Не знаю, человек. Аргументы человека не принимают. Давайте покажите документы. Поэтому я внес предложение, вы сейчас можете аргументировать. Правильно ли я понял вас? Я сейчас, как я это понял? Правильно я понял, что вы предлагаете оставить примыкание в таком состоянии, в котором оно существует на сегодняшний день. Подождите, помолчите. В котором оно существует на сегодняшний день. И заняться перепиской, выяснением всех законных и незаконных оснований, расположения вот этого примыкания подъездной дороги и вот этого объекта, ну, не знаю, что, ресторан, да, там, Кургала, уже перевести ее в плоскость, так сказать, да, там, бумажной переписки, там, доведение до суда, там, и прочих инстанций. Правильно я вас понимаю? Нет. Поясните. Я вам предлагаю не делать незаконные действия на нашей территории. И если у вас есть на это возражение, я предлагаю вам даже не переписываться, потому что переписываться, не знаю, с вами, я вам сказал, вас лично вижу первый раз. Слышал сначала о Костюк или Костюков, не помню окончание, потом об Иванове. Вас не знаю, в принципе. Да, поэтому... сейчас я вам предлагаю не заниматься теми действиями, которыми вы хотите заниматься, потому что это наша территория. Ну, вот ваша территория. И мы переходим не в переписку, а в суд. Говорю, то есть, в суд, поверьте. Вот тут вопрос в другом. Не вопрос, мы его делали, этот съезд. Еще... Мы его не делали. Мы строили его дорогу. Делали дорожники. Отлично. И строили эту дорогу дорожники. Хорошо. Правильно. То есть к вам вот эта часть, она не имеет. Имеет. Потому что на нашей территории находится. Тогда и дорога к нам имеет отношение, потому что вы на нашей территории. Знаете в чем? Поэтому не спор. Подожди, я сейчас спор, вот предлагаю. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Спор заключается не в том, что съезд незаконен. Знаете, если сейчас со стороны закона рассуждать, то законен он или незаконен не вашей прерогативе. Почему? А потому что в соответствии с федеральным законом я сейчас доскажу. Потому что если разбираться с точки зрения закона, то и дорога на сегодняшний день находится на территории Аргуса. Невозможно. Так, вы можете сказать на камеру. У нас мы все равно независимо. Они не дают работать, не дают работать малому бизнесу. Мы делаем здесь, вот, в частности, вот на это здесь, вот в округе, просто такое дело, что ну, мы не просто осуществляем бизнес или там какие-то деньги зарабатываем, но еще много делаем благотворительности. Здесь праздники для детей проходят, здесь проходит куча всяких мероприятий, которые никто в округе не проводит, понимаете? И просто вот каждый раз вот Росавтодор пытается вот здесь вот все это закрыть, перекрыть, потому что они хозяева дороги, понимаешь? Мы не дадим это сделать, как бы они ни хотели. Пусть нас здесь перекапывают тогда. Ни при каких условиях. Социальная ответственность наша большая. Мы не уйдем. Денис Зурабович, вот скажите, если все-таки, ну, как говорят представители Росавтодора, что от моста 600 метров и могут сделать съезд, то есть они заверяют нас в том, что 100% будет согласован съезд, и, ну, если вы сделаете по своей территории и смежной территории дорогу, вы согласны на такие условия, что если, то есть вас устроит такой вариант? Меня устроит любой законный вариант, который мне предоставят. Я боюсь лишь одного, что как только наш съезд, который мы сегодня имеем, перенесут на нейтральную территорию, которая не принадлежит Аргусу, нам просто скажут, кто вы здесь такие, его ликвидируют за один час. И мы останемся опять ни с чем. На сегодняшний момент все много кричат, говорят, но ничего по сути сделать не могут, потому что пока не будет судебного решения определенного, что да, пускай нам сейчас говорят, вы нарушаете ПДД, там, и так далее. Ну, пускай нам напишут сразу, что мы нарушаем ПДД. Там, ну, хорошо, мы там где-то что-то препятствуем, ну, пусть административное возбуждает. Но на территории, на своей, за которую мы платим аренду, мы не даем проводить работы просто, на самом деле. И мы стоим, я же много раз объяснял, а что мне сделать, что ли, лишить людей работы, что ли, уволить их, закрыть, сделать здесь пассив. Ну, по крайней мере, это в разрез идет с тем, что я вижу. То есть просто организация пытается нас снести, мы же заказали нас. И как многие говорят, что они хотят взятку получить. Конечно, они сейчас никто не скажет, но по сути ни один человек, даже очень многие люди мне говорили, что да, скорее всего, с тебя денег. Ну, понятно. Ну, смотрите, то есть, если Росавтодор, и здесь есть большое начальство Росавтодора, и они гарантируют то, что если вы построите рядом дорогу, там, ну, где-то от главной дороги, да, там 30 или 50 метров, которая будет на протяжении 600 метров, как по закону, и сделаете на бумаге вот этот съезд, они как бы с готовностью согласуют вот это. Если они готовы это сделать, так пускай они официально напишут, вот, пожалуйста, даем тебе там, в течение 2 месяцев вот, построить вот здесь, сделать съезд, согласно всех нормативов. И, ну, они пускай, как хозяева дороги, как они себя называют, не просто в беспредел меня обрежут, а скажут, вот, ну, скажем, ну, по-человечески, да, скажут, пожалуйста, вот вам даем определенный срок, в течение этого срока сделайте вот по нормативам съезд, там, с полосами, со всеми сниками, учитывая все там законные требования, да. И, ну, как хозяева дороги, они должны мне дать на это время, а не то, что они вчера что-то получили, а сегодня приехали перекапывать. Ну, это же немножко даже не то, что не по закону, это по беспределу. Ну, понятно. Но вы будете согласны на съезд через 600 метров, и вы за свой счет можете сделать консультацию? Я это писал, но вы... не показывал вам даже письма, что ради бога, вот за свой счет дайте, мне нужны всего лишь технические условия. Понимаете, если они не выдадут технические условия, я в любую проектную организацию могу с ними приехать, они на основании этих технических условий создадут план съезда, да, планировку, да, и эту планировку должен Севзап утвердить как хозяин дороги. И при утверждении этого плана я могу его уже после этого все, то есть есть определенные процедуры, но они не дают тех условий, поэтому у меня везде и стоп. Ну, потом мне вот, опять же, я говорю, позвонил Мещерякову, это вот у них работал, не знаю, работает сегодня. Он говорит, сам нарисую. Я нарисовал, никаких комментариев они мне не дали, хотя мне человек уверял, что да, ну, немножко это дальше, но человек как бы не просто какой-то, да, он работал в проектной организации. И сейчас работает, вот он на основании данных, которые есть, там, из категории дороги, всего, создал план, вот он у них в письме, кстати, приложен, он там показывает. Я говорю, а как вы объясните, что он не подходит? Ну, опять какой-то находит объяснение, что он не подходит. То есть они его должны ему утвердить, сказать, да, ради бога, стройте, мы уже будем реализовывать и строить на основании их разрешения, да, то есть, и тогда они мне не скажут, мы вам не разрешали, они сразу мне скажут, что вот, все, пожалуйста, разрешение, они не смогут мне сказать, мы вам не разрешали, это не закон и так далее, потому что это будет бумага, зафиксировано, а сейчас, конечно, они говорят, сделайте, мы не будем вас трогать, а при всем при этом, я говорю, не сдвинут на чужую территорию, скажут, а вы кто здесь такие вообще, с нами считаться не будет. Здесь мы просто хотя бы имеем официальное подтверждение того, что это наше. Ну, понятно. Ну, мы попробуем спросить тогда у Росавтодора конкретно, чтобы все-таки этот конфликт когда-то закончился, и чтобы все-таки бизнес малый все-таки процветал, и было без нарушений, и все было по закону. Спасибо. Прошу прощения, вот скажите, пожалуйста, я вот сейчас общался с хозяином. С каким хозяином? Ну, не с хозяином, а кто арендует. А вообще, кто это? Ну, Зурабович. Ну, который представитель, Денис Портунадзе, да, Портунадзе, да. И они не против за свой счет построить дорогу 600 метров в съезд, как по закону. Но он говорит, что их постоянно обманывают. Вот можете сказать, то есть если они все сделают официально, бумаги, предоставят это все, вы сможете согласовать этот вопрос? Вы согласуете? Почему нет, если все будет нормально? Почему нет? То есть они тоже за, то есть они максимально говорят, мы с удовольствием это сделаем. Я же вам поясняю, что мы ни за кого не можем работать. Мы поясняем, что нужно сделать. Что нужно сделать, чтобы не нарушить нормы. Нужно выдержать вот эти позиции, да, там, критерии технические. Пожалуйста, занимайтесь. Он не хочет этого делать. Он говорит, вы мне скажите, пожалуйста. Мы не можем никому ничего говорить. Вы сами должны решить, где вам и что делать. Вот здесь нельзя. То есть, ну, тогда, если резюмировать, тогда так, что если они 600 метров сделают все, план нарисуют, как положено, и вам предоставят эти документы, и вы сможете тогда согласовать, если все это по закону. Ключевое в этом всем именно предоставление необходимого и достаточного пакета документов, в том числе документов правоустанавливающих, что определяется федеральным законом 257. О чем заинтересованное лицо уведомлено не единожды официальными письмами Севзапуправтодора. А, ну, вот все-таки, ну, как бы более, если проще, если они построят дорогу 600 метров в длину, по закону разгоночная полоса и все это 600 метров, вы согласуете вот этот въезд, если у них все будут предоставлены документы? Если заинтересованное лицо установленным порядком предоставит достаточно необходимый пакет документов, то этот вопрос будет рассмотрен в случае допустимости с учетом требований норм технических регламентов, выданы технические условия, и, соответственно, по этим техническим условиям и требованиям заинтересованная сторона, выполнив все требования, согласовав это все, да, с Севзапуправтодором, получит необходимые, там, так сказать, разрешительные документы. Но эту процедуру нужно пройти. А нам, в свою очередь, проверить возможность, такую техническую возможность, подчеркиваю. Вот. Но мы до сегодняшнего дня от заинтересованного лица документов таких не получили. Я понял. А можете сказать, ну, если вы специалист, что, ну, в общем, что им надо сделать? Вот какие-то пункты 1, 2, 3, то есть согласовать участок, ну, у них, я так понимаю, где-то 250 метров здесь, участок согласовать, чья там земля, нарисовать это все и вам предоставить, то есть сделать план официальный, то есть вот это они должны сделать и вам предоставить. Предоставить необходимый перечень документов, которые прописываются в федеральном законе об автомобильных дорогах, вот, он в общем доступе. Вот, его как-то отдельно описывать, в общем-то, не требуется. После официального обращения с приложением этих документов и будет рассмотрен вопрос, где все им будет изложено. Ну, они о чем переживают? Вот я сейчас разговаривал. Далее, говорит, да, эта процедура предполагает, соответственно, и проектные работы, и процедуры согласования, и, соответственно, процедуры разрешительной деятельности, да, то есть как бы разрешение, выдачи разрешений. Понятное дело. То есть принципиально, да, такие шаги нужно сделать. Вот они именно такие. Тут больше ничего не скажешь. Да, да. Ну и вы не будете против этого. Мы не препятствуем. Да, наша задача в части препятствия – это исключение незаконных действий со стороны третьих, ну, вторых лиц в данном случае, наши отношения. Но есть все-таки возможность, я так понимаю, вы... Смотрите, возможность всегда есть. Но возможность есть, она, может быть, где-то она легче, Где-то она сложнее реализуется, но она есть всегда. Ну, а вот в этом случае вы сможете, просто вот, ну, что вот такая проблема, на самом деле бизнес наверняка будет глохнуть, если не будет вот этого въезда. Просто реально помочь людям, то есть если они это все сделают, они готовы, как и на камеру сказали, что мы готовы 100%, и чисто по-человечески подойти и помочь, чтобы это быстрее решился, эта проблема. Если никаких препятствий, которые следуют дальше по ходу движения справа, с правой стороны, дальше по ходу движения, никаких препятствий этому не будет, в том числе наличие каких-либо других искусственных сооружений и строений, которые могут, в свою очередь, тоже накладывать ограничения да, технического характера, то препятствий быть не может. Ну, а вот здесь, ну, я вот лично сейчас ничего не вижу, никаких зданий. Вот, именно ничего. Поэтому, чтобы не просто вот так вот визуально, как обыватели, не делать никаких выводов, нужно рассмотреть документы, вот, выехать в том числе на место нашим специалистам по профилю, вот, провести обследование, зафиксировать тем самым наличие каких-либо других сооружений и препятствий, которые могут точно так же быть озвучены, ну, или, просто перечисляются в нормативных документах. Вот, и после этого уже имеет такое вот обследование на руках, заключение специалистов технических, рассмотреть вопрос по существу и выдать документ. Опустите пониже. Как ваша фамилия, имя, отчество? Бездны, выйдите из транспортных средств. Я вам еще раз разъясняю. Здесь сейчас будут проводиться ремонтные работы. Транспортные средства будут подлежать эвакуации. Нет, хорошо, если не выйду, вы меня силой вытащите. Вы не выполняете законных требований. Будет применена тогда физическая сила. Мы не можем вас оставить в опасности по проведении строительных ремонтных дорожных работ. Если я сам решу. Вам только что разъяснили, что... Я, как сотрудник полиции, не могу вас оставить в опасности при проведении ремонтных работ на дороге. Собственником машины вы не являетесь. Если документов у вас при себе, если вы в состоянии убрать производство работ, транспортное средство, будьте любезны, уберите транспортное средство. Вы являетесь водителем, вы имеете право управлять? Будьте любезны, покиньте машину. В случае невыполнения законных требований сотруднику полиции к вам может быть применена физическая сила, специальные средства. Хорошо. И вы можете быть привлечены к административной ответственности. Сила, я что-то нарушаю. Да. Я вам разъясняю. Машина стоит, она пусть стоит. Сейчас будет использоваться специальная техника для эвакуации при проведении ремонтных работ. Я не имею права оставить вас в опасности. Будьте любезны, покиньте. Вы в состоянии самостоятельно покинуть транспортное средство? Давайте мы будем заниматься последовательно, каждый своим делом. Будьте любезны, покиньте транспортное средство. Понимаете, в отношении человека он может просто думать, вот такой умный, действительно, ловите преступников, вот что вы на людей-то набрали? Вас вызвало кафе, вы забираете людей, которые имеют отношение, вы работу свою делаете или вообще они никто, мы не имеем защиты от вас, только те, которые, блин, побольше весом или что-то, я вот не понимаю. На каком основании вы из машины вытащили вообще? Только что вы вдвоем на него наехали, понимаете? Конечно, он его защищает. Решить вы не хотите, поэтому мы хотим решать. Делайте свое дело. Вызывайте нас в суд. Вызывайте нас в суд, и мы придем и будем работать с вами. Ну, вот, как законные граждане. Вот, даже вот вы говорите, вызывайте нас в суд. Ну, ни одного Что? Ни одного нет официального представителя, который может получить письмо. Да все были официальные представители. Не почему? Его не должно быть. Был представитель, она уехала в прокуратуру, дала заявление и не хочет принимать письмо. Представитель официально поехал писать заявление. Это ложь. Есть официальные представители. Они вам показали все документы. Чего вы врете-то стоите? Зачем вы говорите сейчас? Не говорите. Что значит не говорить? Зачем вы говорите, что не было официальных представителей? Сними на телефон, они что машина. Почему не получили так? Почему это вопрос спорный? Она не хотела получить. Вранье какое, вообще. Потому что вы требовали, секунду, почему вы требовали от нее подпись? Еще раз повторяю, смотрите, даже последнее письмо. Так вы сами сказали, по почте послали. Сейчас. Она не пришла еще. 15 дней Зурабовичу. Какого числа-то, посмотрите, послали? Портунадзе арендует объект. Еще говорю, он арендует объект. Часть он обращался к вам, потому что готов был за свой счет решить этот вопрос. Кому-нибудь вот скажите, что происходит? Куда? Безопасное место. Мужчина, долго ждать? Наталья, подожди, сейчас отъезжать. Хозяин машины пришел. Что делать? Вообще. Добрый день. Представляете? Дорожно-патрульной службы. Я полицейский. Садите назад. Мне ничего не слышно, я хочу послушать. Садите от меня на два шага. Так, водительское удостоверение. Тогда и вы ко мне не подходите. Вы ко мне подбираетесь. Машины находятся в зоне действия ограничивающего знака. Остановка постоянно запрещена. Да. Сейчас здесь будут проводиться ремонтные работы. Либо вы убираете самостоятельное транспортное средство, либо она подлежит принудительному перемещению. Я уберу, конечно. Пожалуйста, убирайте. Здесь имеется схема производства работ. На данном участке стоят ограничивающие знаки. Остановка состояние запрещена. 3.27 предусмотрено правилом дорожного движения. Ваш транспортное средство здесь создает помеху движению. Открыть окно. Я не слышу вас. Машину вы можете открыть? Вас заблокировали? Вы находитесь в опасности? А? Вы не находитесь в опасности? Разъясняю, здесь будут проводиться ремонтные дорожные работы. Будьте любезны, покиньте транспортное средство. Сейчас транспортное средство будет. Вы находитесь в опасности. С вами эвакуировать транспортное средство? Все слышали? Да. Предложил нарушить. Будьте любезны, окошко откройте. Вы, наверное, меня слышите? Очень плохо, я понимаю вас. Я вас вижу, но не понимаю. Вы можете покинуть автомобиль самостоятельно? Что? Наверное, будут применены специальные средства. Наверное, да. Вы меня слышите, да? То есть вы самостоятельно не можете покинуть? Опять врача будем? Я пытаюсь понять. Еще раз говорите, вот слушаю внимательно. Сейчас может быть. Помогите! Все прекрасно. С вами я вам предлагаю покинуть транспортное средство. Вы находитесь в опасности. Вы его подвергаете опасности своими знаками вот этими. Понимаете, он стал здесь и ждет водителя. Своими знаками вот этими. Это вы его уже в эту ситуацию ставите. Уберите свои знаки, никакой опасности не будет. Я знаки здесь предоставлял. Опасность только из-за того, что вы можете его поранить своими вот этими движениями. Водитель, Вы находитесь на месте водителя. Будьте любезны, предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение. Да и свидетельство о регистрации на транспортное средство. Я не слышу вас. Вы находитесь на месте водителя. Я вижу, что вы водитель. У него права у него грузовых прав даже нет. У него даже грузовых категорий нет. Вы находитесь на месте водителя. Перемещайтесь, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Здесь будут проводиться ремонты. Это не ваш дом. Давайте... Слушайте, так он плохо себя чувствует, ну что вы его мучаете? Ну, врача же, мы же врача вызываем. Кто плохо чувствует? Все сказали, чувствует себя хорошо, поэтому не надо. Вам необходима медицинская помощь. Смотрите на его лицо-то, вообще как он бледный там. Будьте любезны, покиньте, иначе транспортное средство подлежит эвакуации. Вы находитесь в автомобиле, вы подвергаете опасности. Где находятся люди, спрашивали, кому плохо, кто плохо чувствует. Будут проводиться ремонтные работы, будут работать специальные дорожные техники. Вам вопросы, сами подписывайте. Он не комментирует, ничего не говорит, стоит молча. Я вам разъясняю, что будет работать дорожная техника, и данный автомобиль будет перемещен в безопасное место. Я требую вас покинуть транспортное средство. Подчеркиваю, я требую покинуть вас транспортное средство. За невыполнение законных требований сотрудника полиции в отношении вас. Я вам разъясняю, здесь будут проводиться ремонтные работы. Я не могу подвергнуть вашу жизнь опасности. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Я являюсь сотрудником полиции. Я понимаю вас. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. За невыполнение законных требований вы можете привлечены к административной ответственности. Транспортное средство будет перемещено, вы будете привлечены к административной ответственности за невыполнение законных требований. Вот административного ареста. Вы, пожалуйста, зайдите на расстояние, не мешайте работать. Мы не мешаем, все время отвлекаем. Мы стоим отставать. А кто-то угоняет, так разговаривайте, а зайдите, не мешайте работать. Вам не надо. Находится в адекватном состоянии, не болен, не хромой. Все понимаем. Мне кажется, он начать посетит. Прибудет специально. Танки? Сейчас танки приедут. Компания ЭСКО мешает ли производство работы транспортных средств? Да, прямо в зоне производства. Принимайте тогда решение, если оно мешает вам для перемещения. Лицо находится в адекватном состоянии, не желает покидать транспортные средства. За неправомерные действия. И сейчас проходят неправомерные действия. Я говорю, что в машине человек. В машине человек. И нельзя человека. Я знаю, что нельзя. Молодцы, хорошо. Вы можете обжаловать действия сотрудника. Так вы не делаете, чтобы не обжаловать. Милиция же должна защищать, а вы просто беспредельничаете. Это не эвакуация, это не коррупция. Вы слышите, это не эвакуация, во-первых. Это коррупция. Вопросы к сотрудникам ГИБДД. Да вы просто не зона производства работы. Но это беспредел на улице. Кто будет отвечать? Человек в машине, вы его эвакуируете. Вы конкретно будете отвечать, вы берете меня жаловать. Можете на меня жаловать? Ваша фамилия? Давайте. Да мы даже жаловаться не будем, это беспредел просто. А завтра вы еще что сделать, потом на вас жаловаться. Можете жаловаться, записывайте, пожалуйста. Запишите. Потом вы педофилов будете защищать. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот беспредел начинается. Вот как турист. Будьте добры, освободите. А зачем вы травмируете человека? Он издевается над ним, что ли? Он не нуждается в ней. Помогите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. Да вы защитите человека. На кого вы работаете? Вы должны закон защищать. А что это такое? Он отказался покинуть машину. Просто какой-то беспредел. Милиция выступает против граждан. Смотрите. Смотрите все. Вот так мой туристический бизнес. Путин поддерживает милицию у нас. Закрыть все, перекопать. Потому что, скорее всего, Росавтодор взяли, проплатили. Сколько проплатили? А, ну, наверное, такому-то чину еще ничего и не досталось. А себе людей не судят. Вот, пожалуйста, коррупция. Чисто коррупционный ход. Машина разбежала. Ну, как раз сейчас тут. Все перекопать, все изменить. Вообще беспредел. Все водители их сядет за руль. Заберите отсюда дорожников, людей. Они на людей нападают. Бандитов лучше уберите. Правильно, надо бандитов убрать с дороги. Бандитов с дороги надо убрать. Нет, я поддерживаю женщину. Она говорит, надо бандитов убрать. Я ее поддерживаю. Я говорю, правильно, бандитов надо убрать. Ничего не сказал. Давайте сейчас приедут, когда вот приедут, разберушку. Подписали документов за цвет сразу. Пожалуйста, пусть выйдет. Давайте поможем выйти. Если вы плохо, мы будем. Пусть выходит. Мною сотрудника полиции в отношении вас будет применяться физическая сила. Неполняйте закон. Алло. От назад приедут, когда мы выйдем. Машина цепляется во дворе. Вы знаете, что нельзя с человеком машину на эвакуатор ставить? Сейчас подойдем. Пусть он выйдет из машины. Запер. Вот, видите, запер. Так, мужчины, женщину не трогайте. Снимайте. Я вас не ударю. Я вас прошу отойти с руки. Вообще. Молодой человек. Да кого вы защищаете-то, а? Кого? Так, минуточку. Ты меня не мешай. Я вам не ты. Женщина, не мешайте. Кого вы, блядь, защищаете? Отойдите, пожалуйста, вы создаете помехи, вы нарушаете общественный порядок. Я вас предупреждаю, вы защищаете больницу. Вы это допустили. Вы допустили то, что... Будьте любезны, на той неме она обидится. Вы нарушаете... Женщин никто не применяет. Помогите, женщину бьют, помогите. Покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Вы отказываетесь сделать законные требования сотрудников полиции. Насчет вас, который второй раз пытается уже прекрасно применить физическую силу. Первый раз, когда вы еще в прокуратуре работаете. Я не следую. Я нормально, давайте женщинами с детьми войну не давайте. Не трогайте меня. Или вы опять... Нет, я не улечусь сама. Мы не должны вас. Киньте эвакуатор еще раз. Можно ведром, пожалуйста! Не трогайте меня! Что это такое? Вы что, с женщинами можете воевать? Не толкайте меня! Не толкайте меня! Машину справили, Шик. Бойцы! Вам нужно отменить свои приказы. Вы переведите все в мирное русло. Вы что, против бандитов воюете, что ли? Переведите в мирное русло. Мы же не уйдем. Вам придется, мы сейчас здесь ляжем и будете уносить отсюда. Будьте добры, спустите. Иначе вам будет применена физическая сила. В соответствии с законом полиции. А что я делаю? Почему вы находитесь на спецтранспорте? Я освобождаю его от вас. Потому что вы в данный момент сейчас находитесь. Я ничего не представляю. А человек забирает. Пожалуйста. Что такое? Еще раз повторяю, назад отошли. Спокойно. Ребята, спокойно. Отойдите, пожалуйста. Никто не уйдет отсюда. Еще раз повторяю, назад. Этот акт милиция защищает граждан своей страны. Пожалуйста. Я защищаю. А кого вы защищаете? Как же наркоторговцев защищают? Вот так же. Я обвиняю вас в том, что вы способствуете преступлению. Какому конкретно? И обвинять вас будет прокурор и суд, а не я. В каком конкретно вы совершили преступление? Вы помогаете преступникам делать их дела преступления. Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок. Правильно. Дайте решение. Пытаетесь применить к нам физическую силу уже в погонах ГИБДДшника. Сотрудника полиции. Сотрудника полиции. Выполнение законных требований. Незаконных требований. Дайте решение суда. Мы отстаиваем свои интересы. Я вам еще раз объясняю. Вы нарушаете общественный порядок. Да вы нарушаете. Вы пособствуете тем, кто нарушает общественный порядок. Законные действия. Наши действия законные. Вы мешаете проведению ремонтных работ на данном участке. Они незаконные. Так наблюдайте со стороны. Обжалуйте эти действия. Восстановите порядок. Мы решаем. Другой организации. Встаньте, и чтобы мы соблюдали порядок в общении между собой. Дайте нам с ними решить. Соблюдайте порядок. Так вы отойдите тогда. Кого вы защищаете? Не нарушайте общественный порядок. Вот именно. Да. Я не посторонний. Да вы не посторонних права, нет. Здесь нет посторонних. Даже если посторонних. Здесь нет посторонних. Здесь нету посторонних, здесь заинтересованные все лица. Мы тоже на работе. Возьмите куртку, отойдите в сторону. Еще раз вам говорю, отойдите в сторону. Вы не выполняете закон, а вы уже не сомневаетесь. Я сомневаюсь, вы можете обжаловать, пожалуйста. Не должны проводиться ремонтные работы. Они должны дать нам тех условия, чтобы мы все сделали по закону. Вот вы помогаете нас уничтожить. Нет предписания. Покажите это предписание. А у меня нет. И что дальше? Я ничего не вижу. У нас нет гражданских правоотношений, и мы будем их решать в суде. Да, но сейчас вы ничего не сделаете. Ничего. Уезжайте все отсюда. Когда я отсюда иду, и эвакуатор уедет домой. Ребята, информирую и разъясняю. Все, я не с вами сейчас разговариваю. Я не хочу с вами разговаривать. Я что-то о чем-то с вами должен говорить. О чем? Меня не поняли, и мы закон не нарушили. А мы, значит, которые платим за то место, на котором они построили на протяжении 4 лет, нарушаем закон. Нормально получаем. Вот и вы обоснуйте свои. Сейчас вы нарушаете общественный порядок. Вы нарушаете общественный порядок. Примените ко мне административное. Я сейчас требую от вас покинуть транспортное средство. Я готов на административное взыскание. Я сейчас требую от вас покинуть. У нас протест. У нас протест против ваших неправильных действий. Протестуйте. Вот и протестуйте. Ой, да я даже не знаю. Я сейчас занят. А мы ничего не делаем. Потом. Ничего не делаем противозаконно. Я еще ваши действия сейчас, на данный момент, едете в отдел полиции, пишите заявление, либо вот представитель участкового, пишите, в чем вопрос. Уже в прокуратуру, следственный комитет приземлилось письмо, так что не переживайте, мы во всех направлениях двигаем. Молодцы, я только рад за вас. Вы вместо того, чтобы разобраться, я еще раз говорю, я только вы поддерживаете тех, кто незаконно пытается действовать. Сейчас вы не выполняете требования. Окей, ваши действия являются незаконными. Это ваше мнение, пожалуйста. Ваши требования. Вы нарушаете общественный порядок. Хорошо, примените административную воздействие. Представьте мне, пожалуйста, ваши документы, удостоверяющие личность. Бандиты не приехали, никто порядка не нарушает. Мы с вами говорим без адвоката. Имею право. Вы хотите совершать незаконные действия? Вы тоже прекратили держать. Вы должны вообще защищать закон. А вы идете против закона. Вы сейчас создаете помехи. Вы против закона идете. Помех нету никаких, ограждено же все. Сейчас не покинете эвакуатор, вам будет применена физическая сила. Вы будете доставлены в отдел внутренних дел по статье 19 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Вам понятно мои требования? Будьте там, подойдите, пожалуйста, подойдите, не мешайте. Подойдите в сторону, я сказал. Значит, вам будет применить. Подойдите в сторону. Будьте добры, пройдите. Слышите меня? А вы представитель полиции или ГИБДД? Я полиция. Полиция. ГИБДД с какого момента начинает говорить, что делать это самое? Все сотрудники полиции. Стоп, это разные ведомства. Значит, вам будет да? Полиция и ГИБДД это вообще разные ведомства. Пожалуйста, пройдите. Пожалуйста, машину. Закон. Отойдите в сторону, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Значит, вы отойдите, иначе вы поедете. Я верю. Отойдите, пожалуйста. Нет, отойдите. Вы все попадете. Куда дали? Что делаешь? Слушай, вот ты мне на ногу наедешь. Ты не можете меня оставить. Мне больно. Да мне больно. Потому что вы... Мне больно, вы меня... Вы мне руки выламываете. Лёг, еще есть колеса. Найдите, пожалуйста. С женщинами борются, а? Баб победили, вояки. Молодцы, бойцы. Ловите в услуги. Проститутками здесь торгуют, понимаете? Вот услуги, здесь, наркотиками. А ты хочешь купить? Проститутку? Я не угрозу делаю. Я его просто предупреждаю. У вас незаконные требования. У меня маленький ребенок. Почему вы скрываетесь? Потому что ребенок в садике. Сейчас поеду за ним в садик. Бандиты, понимаете? Вы сейчас на стороне, понимаете? Просто бандитов, которые сейчас пытаются. Бандитов, которые пытаются. Поаккуратнее, давайте, ребят. Не препятствуйте. Отойдите, не препятствуйте какому-нибудь действию. Давайте. Отойдите, пожалуйста, не препятствуйте. Отойдите, я еще раз предупреждаю. Разгон мирной демонстрации, повторите, пожалуйста. Мне выламывают руки. Пожалуйста. Мне выламывают руки. Мне руки выламывают. Вам не выламывают. Мне выламывают руки. Пожалуйста, пройдем. Мне больно, мне больно. Помогите. Помогите, мне больно. Помогите мне! Я не пойду никуда! На меня напали! Сейчас вы что делаете? Что вы напали? Помогите мне, пожалуйста! На меня менты напали! Помогите! Да вы что пустите, вы женщину? Что вы делаете? Вы вдвоем напали на женщину! Пустите меня! Пустите! Преступника поймали или что? Преступника поймали! Напали на меня! Не трогайте меня! Не пойду я с вами никуда! Не пойду я вашу бандиту! Вы там меня бандитом отдадите! Да вы даже не представились этой женщине! Чего вас не требуете? Вы кто такие? Что вы такие? Отпустите меня! Он друг ее! Отпустите меня! Вы представиться не хотите вообще представиться, что вы делаете? Помогите, на меня! Меня куда-то тащат! Да отпустите вы женщину! Вы скажите, чтобы они отпустили! Почему я должна куда-то идти? Мы не будем лезть! Мы не знаем, отпустите ее и все! Какие вы делаете? Вы даже не представились! Вы даже не представились, я еще раз вам повторяю, вы что делаете? Просто у меня муж! Пройдите сами! Пойдете, машина. Мужчина, помогите! Пустите, она уже все отошла. Все, девки, пили, ты что не сказал? Она задержана по статье 19.3. Потом пожалеете, блин, мы выполняем больше. Все, она отойдет сейчас отсюда. Отойдете к машине. Все, отпустите, она уйдет. Пустите. Нет, вы поедете. Я не поеду никуда, отпустите! Да она уйдет сейчас, отпустите, у нее, блин, ребенок, ёлы-пал, вы что, преступники? Почему она здесь тогда не с ребенком? Отпустите, потому что сзади ребенок. Давай, а все, уже вон эвакуируют, отпустите ее, все. Вы даже не представили, вы ее изначально напугали ее до смерти. Отпустите ее, конечно, она с вами никуда не поедет. Что делать? Ребят, почему я на что? Почему меня арестовывают? Вы что, офигели? Отпустите меня! Я послушайте, пожалуйста! Отпустите! Послушайте! Отпустите! Подождите! Маньяки! Найдите машину, сотрудник, он возьмет с вас объяснение. Тогда вы не поедете, водитель укрылся. Я мужик, я отвечаю за женщину, понял? Проституток ловите, наркоманов ловите, наркотарковцев, вы не нужны вас, отпустите меня. Либо приходите на работу. Есть совесть, есть. Не знаю, никаких. Я что, не я представился, два раза. Уважаемый прижим. Куда мне сейчас в травму ехать? Куда мне в травму ехать, да? Что они меня избили? Дайте, спокойно, сейчас понимаешь, что это уже начинается? Мне надо в Кингисепп ехать. Они меня избили. Мы вас сейчас везем. Я сама поеду. Нет, я с вами никуда не поеду. Снимаю, вы меня продадите куда-нибудь. Пожалуйста, пройдемся. Нет, все, ребят, нельзя так, блин. Это нормально. Я вас крайний раз предупреждаю, если вы сейчас слышите... Вы меня слышите? Росавтодор, я не поеду с вами. Я сейчас одеваю тогда наручники и поедете наружу. Вы меня сейчас убьете. Вы меня там можете покалечить. Вы сейчас при свете белого дня. Просто меня избили. Просто можете меня искалечить там. Я не поеду, я боюсь. Я боюсь с такими лицами куда-то ехать. Эти Росавтодоры вы меня продадите им. Добровольно. Никуда. Я боюсь вас. Наручники террористов, что хотите. Вы меня на органы продадите. Отпустите меня. Вот когда будете нормально вести... Вам одевать наручники или вы сами пойдете? Мне неоднократно предупреждалась. Она тем не менее... Вам одевать наручники? Меня сейчас пучки разбудятся. Отойдите от меня. Я просто боюсь. Помогите, пожалуйста. Вызовите телевидение. Вызовите кого-нибудь. Меня куда-то хотят увезти. Помогите, пожалуйста. Слушай, есть какой-нибудь телефон в интернете, посмотри, там какой там след, кто там по ним. Позови куда-нибудь, это ФСБ куда-нибудь, позвоните. Кто там над ними старше или внутренних расследований? Это ж просто какие-то оборотни. Все, ребят, это блин, серьезно. Они меня просто сейчас где-нибудь, я не знаю. Тогда отойдите, дайте мне стаж и уйти. Как она стояла на эвакуаторе? 195-й федеральный закон. Мне все равно, что вы говорите. Вы кто, извините? Кто я? Косяк Дмитрий Борисович. Вы кто есть? Я и друг лучший. Молодцы. Друзья нам не нужны. Вы не близкие родственники. Это понятно, что вам не нужны. Вам нужны только деньги. Блин, слушай, мы получили, вы слышали? Они получили свои деньги, вы это слышали? Вы слышали, они признали, что они свои деньги забираете? Пустите меня! Отойдите в сторону еще. У него ребенок маленький, детский сад, у него ясно же должны быть удовлетворены результаты. Пустите от меня! Это моя безопасность. Я буду сопротивляться своей безопасности. Вы угрожаете моему здоровью и жизни. Отойдите в сторону, вашу еще раз говорю. Отойдите, это вы отойдите. Да, все пришли. Все пришли, давай. Я не боюсь. Вон Костного рядом в деревне тоже угрожает. Дайте, я встану и отойдите от меня. Статью административного кодекса мои обязанности изучите для начала, как гражданина Российской Федерации. Пройти мне, дайте. Не будем об этом, ладно? Я... Вы выйдите где-нибудь. говорит, кому мы мешаем? Помогите! Вы меня просто хотите избить. Согласно статье 2 Федерального закона о полиции. Мы предлагаем пройти в машину. Я не пойду. Я вас боюсь. Хорошо. Я боюсь, вы меня бьете. Я не пойду с вами никуда. Если хотите говорить, здесь говорите. Пожалуйста, это ваше право. Пожалуйста, пройдемте в машину. Я не пойду с вами в машину, вы меня и забьете там. Вы здесь-то при белом дне бьете меня. В машину я точно не пойду с вами. Вы меня увезете и убьете. Я не пойду с вами. Вы мне даже удостоверения свои не показываете. Я не знаю, кто вы. Ну вот кто вы, пожалуйста. Представьтесь тогда, кто вы. Ну какие-то бандиты, может быть. Я не пойду с вами. Я боюсь. Записал Кракосян Дмитрий Борисович. Живу в Кингисеппе 78-го года. Дело прошлое. Ну и что? Ну и что? Ничего. Все, отпустите меня, не трогайте. Отпустите меня. Я не поеду с бандитами никуда. Помогите мне. Блин. Блин. Вообще просто. Фамилию ты записал? На камере есть. Есть, да? Вот это. Блин, да что делаете? Предел-то вы что, блин, охренели, что ли? Вам самим-то не стрёмно, возьми. Что делаете? Отпустите уже женщину. Что вы, в конце концов? Органы постоянно. Молодцы вообще, молодцы! Помогите, по 3 штуки! Поймайте бандитов! Молодцы такие, помидали каждому! Помогите меня, спасите меня, пожалуйста! Позвоните моему мужу! Позвоните моему мужу! Позвоните моему мужу сейчас же! Помогите, позвоните моему мужу. Позвоните моему мужу, я боюсь с ними ехать. Я боюсь. Да. Стоит в заторможенном состоянии, как эвакуатор, и ее тянет на трассу, не накачал воздух или не подцепил. Да какая разница кто, я спрашиваю его. Что вы шушукаете все, одну тянете, вторую тянете, что машину делаете? Будьте любезны с проезжей части. Это машина, вы мешаете, да, прекрасно. Да. Ваша машина, здоровье с проезжей части, покиньте, пожалуйста, проезжую часть. Я разъясню. Очень любезно. Пройдите, пожалуйста. Ну давайте только здесь не разводите уже, блин, а. Да, конечно, это же незаконное прилагание. Как это может быть проезжей частью? Ну, на проезжей части стоит автомобиль. Ремонтные работы. Вы сами ответили, вот, вы сами ответили на свой вопрос. Незаконное, значит, убираем на себя разложенное. Не проезжей части. Вот не на проезжей, нигде стоит. Вы создаете помехи. Отойдите, пожалуйста. Трогайте вообще. Здесь проводятся ремонтные работы. Потому что вы создаете помехи. Вы подвергаетесь угрозе. Лично вам я создаю. Вы создаете помехи при проведении ремонтных работ. Вы создаете помехи. Я не вижу ремонтных работ. Меня никто не предупреждал об этом. Техника подвезет. Заранее предупреждать. Конкретно вас. Отойдите, не трогайте. Как-то прокомментировать все, что происходит, вы можете? Беспредел, больше нет. Завтра у меня встреча в Смольном с представителем президента по правам предпринимателей, который уже по телефону сделал заключение о том, что данные действия неправомерны. Буду с ней уже разговаривать. Ага. Ребят, давайте вытолкаем его. Угу. 8, по-моему. 8 крейсов, да. 8 крейсов, кстати. Что она выпустила? Нет, последняя надежда. Нет. Не стоит. 6, да? 6, 6. Собирайте машинку. Приблизительно переместим. Да, давай, перемещаем. Не уходите, будьте любезны, не уходите. Убирайте машину. Лучше убрать. Вы провоцируете сами на незаконные действия. Кого-то пытаетесь. Я вам предлагаю, уберите машину. Вы создаете помехи для безопасности дорожного движения на федеральной автодороге. Сашу позвали, а я пассажир, можно сяду в машину? Он отъедет, вы сядете. Да мне дайте сесть в машину, что вы делаете, ребят? Да я сейчас сяду, понимаете, что вы делаете? Что значит нет? Вы уже мне мешаете сесть в машину, вы другие уполномоченные. Так дайте мне сесть в машину, уважаемый. Можно я сяду в машину? Почему? Вы хозяин машины? Ну так я пошел на нее сяду. Поехали со второго. Пожалуйста. Мы на своей территории. Находимся. Мы находимся на своей территории. Я представитель данной организации, нахожусь на этой территории, которую я плачу аренду. Отойдите, пожалуйста, метров. Вы находитесь в полосе отвода федеральной автодороги. Пожалуйста, покиньте, будут проводиться ремонтные работы. Не создавайте помехи. Не подвергайте себя угрозе. Отойдите, пожалуйста, на дорогу. Простите, пожалуйста. Понимаете, пожалуйста, как полиция за наши права борется. Будьте любезны, отойдите, пожалуйста. Вы помехи создаете. Производство ремонта на рабочей федеральной автодороге. Отойдите, пожалуйста. советую разойтись. Могут журналисты, но это не возобраняется. Остальным лицам лучше покинуть. Не препятствует. Не препятствует. Это в ваших интересах. И, как говорится, в данном случае те две женщины совершили правонарушение, они ответят как бы в суде и будут отсудить. Минимум. Оставьте его в покое, да что такое-то? Уберите, что такое? Что вы людей хватаете на дороге? Дайте мне в туалет сходить. Пройдите, патрульный автомобиль. Пожалуйста, пройдите. Уберите от меня руки. Да не трогайте меня, да что вы за маньяки-то такие вообще? На вас будут надеть на руки. Что значит не придем? Вы меня не трогаете. Меня все время вот этот тип хватает. Я в туалет хочу. Да вы что? Меня посадили в машину, не дают мне в туалет сходить и воды не дают. Еще меня там ногами избили. Да вы что, издеваетесь, что ли? Пожалуйста, пройдите в автомобиль. Почему вы так со мной обращаетесь? Я гражданка России. Почему вы так со мной? Это вы мои действия. У меня презумпция невиновности. Это вы. Я в туалет пошла. Нет, я здесь. Берите руки, а ты что такое? Да пожалуйста, пройдите, руки. Не надо руки-то вам. Пожалуйста, пройдите. Берите руки, а ты. Пожалуйста, пройдите. Господи, да что же это такое-то, а? Да вы что, издеваетесь, что ли? Вы препятствуете. Да пустите меня, да что такое-то? Что это происходит вообще? Пропустите меня, я в туалет хочу. Пойдем в туалет, пойдем. Я сейчас хочу. Патрульную машину пройдите, пропустите, пожалуйста. Пропустите меня, руки уберите от них. Мужики, вы что же? Да, подымем, давайте. Давайте, поднимайте, поднимайте. Доставьте вот это держание, что вы прекратите. Прекратите. Вообще, что ли? Вообще, что ли? Стой, 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 стой! Давайте, пожалуйста! Снимите! Че гоните, что ли? Дайте успокоиться! Че творите? Нормально, давай, блин, вообще охренели! Давайте! Вы куда смотрите, полковник? Давайте! Остановись! Предел такой! Чего? Отпустите! Если руки от меня! Давайте мы подымем и все, зашел сам где-то! Давай, Сань. Мы вообще охренели. Туда ее, в машину. В машину. 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 Пустите меня. Машину, пожалуйста. Пройдите сами. Пожалуйста, объясните. Мы ее уведем и все. Машину. Назад, 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 назад все. Я уговорила. Вы задержите. Отойдите, пожалуйста. Не мешайте действиям сотрудников полиции. Мне нужен врач, не трогайте. Сейчас вам окажут медицинскую помощь. Мне нужен врач. Егор, кстати, на кого? Ну вот закончилась, можно так сказать, операция. Сейчас у них только остается, значит, сделать план, то есть 600 метров отсюда поворот, своротку, обратиться к вам с полным пакетом документов на согласование. Так примерно, да, это? Да. Порядок их дальнейших действий, он изложен в официальных письмах-ответах ФКУ в адрес арендатора земельного участка и в адрес субарендатора. Соответственно, здесь также выступающий официальный представитель. Вот. Они эти требования знают, эти требования точно так же прописаны в законодательстве, в федеральный закон 257. Вот. Они вправе выполнять, вот. Ну и, наверное, даже должны соблюдать требования. В частности, то, что здесь будет сделано, это уже будет иметь совсем другие, так сказать, последствия, обстоятельства, если будут каким-то образом воздействовано демонтаж, к примеру, да, вот этого вот всего барьерного ограждения и засыпанного канала. Но все-таки остается надежда, что если они все обратятся, все будут делать, что все-таки деревня Кургала, ресторан Кургала будет существовать. Да, они, конечно, вправе продолжать свой бизнес. Препятствий каких-то не действия закона никто не будет им Скажите, пожалуйста, ну вот здесь заканчивается уже вот эта данная операция, или как это можно назвать. Скажите, вы что будете делать, как продолжать? будете ли строить дорогу? Попробуйте все-таки решить этот вопрос. Я еду завтра на разговор к представителю президента по правам предпринимателя. Буду пробовать решать. Ну а как вы хотите, чтобы это был решен вопрос? По закону. Закону, но вот это не по закону. Вот здесь права многих людей были ущемлены без всякого на то вообще, на ту причину. Без всякой возможности делать что-то иначе. Мы будем искать законное решение. Если так называемое это решение незаконное, будем говорить, как нам обещают Росавтодор, что без проблем сделайте его там, мы вас не будем беспокоить. Ну, постараемся, ну, я надеюсь, что что-то получится, но, к сожалению, боюсь то, что слова останутся лишь словами, и действия они не перерастут. Колоссальный ущерб. Все, мы стали пассивны. А это вот это люди, скажите, это идут с ресторана? Да, это с вашего ресторана? Да. То есть им теперь приходится обходить? Угу. Понятно. Да, все, поехали. Можете сказать, как мы видели, что вас арестовали, увезли сюда, сейчас в участок, какие есть претензии вообще у полиции к вам? У полиции к нам, что они считают, что мы оказали сопротивление, неповиновение законным требованиям, с чем мы категорически не согласны, что их требования незаконны, налицо сговор между дорожниками и... Понятно, что это им дан приказ. Пришла указка сверху, значит, сверху договорились. Все дело в том, что никаких документов, подтверждающих законность действий полиции и сотрудников Росавтодора, предъявлено не было. были просто предприняты практически насильственные самоуправные действия по сносу съезда и остановке предприятия, деятельность которой можно остановить только судебным решением. Вот никаких документов, подтверждающих законность действий полиции и законность действий сотрудника «Автодора», предъявлено не было. Поэтому говорить о неправомерности действий тех лиц, которых сегодня сюда доставили, которые не пожелали подчиниться требованиям сотрудников полиции, я считаю, что совершенно не. Но, как я понял, само предприятие не остановлено, а только въезд. А как остановлено? Как там работать, если на предприятии невозможно работать, если к нему нет подхода, подъезда, ведь не на вертолете туда прилетал. И без решения суда, я считаю, что никто не имел права сносить вот этот съезд. Это самоуправные действия. А говорить о том, что лица, сопротивлявшиеся самоуправным действиям, поступили неправомерно, ни в коем случае нельзя. Тем более, что документов-то не предъявлялось. Ни один сотрудник полиции И машина полиции была без надписи, она непонятна, белого цвета газель. Просто как, ну, просто воспользовались помощью людей в форме, вот и все, дорожники, и сделали то, что они давно пытаются сделать. Сначала по ночам, ну вы знаете, это уже неоднократно все материалы на вашем сайте были. А сейчас они просто при помощи сотрудников ГИБДД и полиции это сделали. Ну а что вам вменяют? Вменяют якобы неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. А в чем они заключались, эти законные требования? В каких документах они были изложены, эти требования? И сотрудники полиции ничего не предъявляли, они сами даже себя не предъявляли, они не предоставляли удостоверений, не сообщали о своих званиях, должностных положениях, фамилиями, отчеством. Мы пытаемся вот сейчас здесь в полиции, будучи, пытаясь узнать, кто же там все-таки был, какие звания, должности люди имели, для того, чтобы хотя бы изложить вот прокурору жалобу на эти примеры. Я считаю, что это совершенно незаконно. А вот действия сотрудников Аргус и Кургала, они как раз узаконны. Почему должны выполнять требования людей, практически судятся? Причем какое требование? Требование об остановке предприятия. То есть завтра люди остаются без работы, без заработной платы, без возможности содержать, кормить свои семьи. Саш, подожди с колончиком. В результате чего? Самоуправные действия сотрудников Росавтодора, самоуправные действия сотрудников полиции. Вот у них самоуправные действия, у них неподчинение закону, я считаю. Я считаю, что это совершенно незаконно. А вот действия сотрудников Аргус и Кургала, они как раз узаконны. Почему должны выполнять требования людей, практически судятся? Сейчас приехали представители, сотрудники скорой помощи, да, заняли давление, у меня еще к тому же очень высокое давление, поэтому, если честно, я не ожидала, конечно. Может быть, я говорю очень дилетантски, я не так красиво сейчас скажу, как представители Аргуса и как адвокаты, но я чисто по-человечески, конечно, я в шоке от действий, от самоуправства полиции. Я не ожидала, конечно, я просто разочарована, растеряна. И, конечно, мое доверие очень к органам власти подорвано. И, конечно, мне очень сложно сейчас поверить просто в то, что... Ну, это, конечно, может быть, не лучшие представители были полиции. Доходило даже до такого смешного, что, вот представляете, меня, женщину, заталкивают в машину, и потом один представитель власти, майор, он капитан, я не знаю, у меня есть его фотография, вот, он говорит: ой, смотри, меня поцарапали, я могу теперь больничный оформить. Это вот, знаете, ну, для меня настолько было дико, вот я смотрю по телевизору, сейчас вот показывают, да, вот представители там милиции, полиции, ну как бы героические люди. Под пули лезут, там, с преступностью, с беззакониями сражаются. А этого баба поцарапала, и он думает, как ему больничное оформить, понимаете? Я могу представить, как он сейчас раскрутит это или еще что-то такое. И, конечно, то есть я говорю, я очень разочарована вообще в поведении. Я вообще рассчитывала, что, ну, я видела, я была уверена до сегодняшнего дня, что, ну, не может быть такого, что вот бандитские организации захватывают там малый бизнес или еще что-то такое, знаете. И там просто они даже не стеснялись, там настолько виден сговор вот Росавтодора с представителями, которые там туда приехали, они стояли, шушукались, они о чем-то там говорили, хотя я знаю, что представители вот Аргуса, представители вот Кургалы, они вызвали тоже милицию и полицию, прошу прощения. Для своей защиты, да? Все время, да, и они просто как бы вызвали, потому что беспредел. И остались без защиты. И остались без защиты, да, Росавтодор там проплатил, видимо, или еще что-то. Но это вот я говорю, это однозначно, вот настолько явно видно. Я очень надеюсь, конечно, что с этим разберутся, потому что там такой явный коррупционный был акт, и это такой беспредел был. Я вообще не верила в разгоны демонстраций там или еще что-то. Ну так, как поступили со мною, как меня, женщину, которая вообще с высшим образованием, ни разу меня там не в милиции, я даже не курила никогда. Представляете, меня чуть ли не за волосы волокли по земле. Я вообще в шоке, если честно. У меня даже вот одни эмоции.